Голливуда. В красной зоне ковидной больницы Видного Дмитрий, пожалуй, самый знаменитый пациент. И дело даже не в коронавирусе с двусторонней пневмонией. Оказалось, что, помимо прочего, его недавно укусила африканская муха. Зима была холодной, погода была не очень. Вот решили рвануть в теплую страну, до того, что единственная страна открытая. Это Танзания. Африканская прекрасная Танзания. Путевку в Танзанию Дмитрий купил себе в подарок на день рождения, но такого сюрприза не ожидал. Начинался отдых идеально. Индийский океан, белоснежные пляжи, дайвинг, сафари с дикими слонами и жирафами. Однако вскоре появилась лихорадка, одышка и боль в груди. А потом еще и в ухо залетела муха. Обращаться к местным врачам Дмитрий не стал. Боль терпел до самого отлета. Через два дня мне сосед сказал, что у меня закрылось отверстие ушное относительно другого уха. Я этому значения особо не придавал. Потом температура начала уже потихоньку каждый день прогрессии расти. То есть с 37 она вот до 39 уползла. После приземления во Внуково состояние Дмитрия резко ухудшилось. Его срочно госпитализировали. При КТ выявлено поражение легких около 30% с двух сторон. Он нуждался в кислородной поддержке. Начата терапия, и при осмотре пациент предъявил жалобы на боль в ухе. Африканскую муху не зря называют тихим убийцей. Насекомое может заразить человека паразитами, вызвать смертельно опасную сонную болезнь. У Дмитрия после укуса начался абсцесс. Врачи вскрыли гнойный пузырь, обнаружили стрептококковую инфекцию. Могут быть различные осложнения, от простых, как перихондрит ушной раковины или же диффузный наружный отит. Также у некоторых пациентов, особенно у которых ослаблена иммунная система, или же на фоне ковида, который также очень сильно ослабляет иммунную систему, может развиваться патогенные внутричерепные осложнения с летальными исходами. Врачам удалось вовремя взять под контроль оба заболевания. Сейчас жизни Дмитрия уже ничто не угрожает, но впереди обязательный карантин и долгая реабилитация. Тяжело достается отдых в Африке, надо признать. Проблема там, конечно, немножечко с медициной. В сравнении с нашей вообще, тут просто разница земля и небо. Уже во время лечения Дмитрий узнал, что его соседи тоже полетели на отдых в Танзанию и сейчас находятся на лечении в местной больнице.